Привет, ребята, из Стамбула. Время я вам показала, 1:30 дня. Вот за 12 часов что произошло. Видите, снег держится. На улице +2. Снег идет. Такой, знаете, как будто пыль. Подушку трясут, как будто. На небушке перину взбивают. Кто-то на небе сидит и взбивает перину. Понимаете? Люди по-разному одеты. Даже без шапок есть. Сибиряки, видать. Кто-то укутан. Прямо с шарфиком. Нос. Шапочки, без шапочки нельзя, ребят. Без шапочки только сибиряки у нас ходят. Видите? Холодно. Ветер такой. Прям холодный такой ветер. Морозный. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Ветер, видите, там развивает флаг. Апельсины, бананы, кокосы, ананасы, яблоки. Все, что душа желает. Вот. Кругом сибиряки в Стамбуле. Смотрите. Что осталось там? Машины чужие. Что осталось за кадром? Видите, снеговика разобрали. В общем, снег разобрали. Машины. Вот видите, обычно вот так вот с шарфами заматываются. Потому что ветер очень сильно холодный. В общем, как-то так, ребят. Снег разобрали, перину с небушка стряхивают. Жизнь в Стамбуле продолжается. Всем пока!